Судья на месте? Так точно, на месте. 15 этаж, судья на месте? Как учения назовешь, так и пройдут. Если у спасателей есть такая примета, то понятно, почему соревнования они назвали на высоте. Конечно, еще и потому, что огнеборцам нужно в полном боевом снаряжении на скорость подняться на 25 этаж. Да, тяжело, но именно для проверки выносливости устраивают такие соревнования. В краевой пресс-службе МЧС говорят, что это к тому же популяризация спорта и профессии пожарного. Но главное – подготовить личный состав к тяжелым условиям. Все на скорость, но упростить задачу сотрудникам руководство не спешит. В этом году также мы придумали новый элемент в данных соревнований. Это переноска оборудования на 25 этаж. Непосредственно личный состав одет в боевую одежду пожарного и непосредственно также на время и на скорость переносит пожарно-техническое вооружение. 20 килограммов на 25 этаж быстрее всего подняли за 3 минуты. Это и есть уровень подготовки настоящей пожарной бригады. Андрей Дреер, «День с толком».